тобой. Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. И сегодня у нас очень интересный выпуск. У нас сегодня квадрат Воскобоича. Смотрите, какой малыш. Двухцветный у нас квадрат. Вкратце поясню, это, значит, игра. Игровой квадрат. Он у нас двухцветный, для детей от 2 лет. Представляет собой эта игра 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на расстоянии определенном друг от друга, на гибкую тканевую основу. Мама нам вообще поближе покажет. Вот видите, два цвета, треугольники наклеены на гибкую тканевую основу. И форма треугольника дает квадратная. В итоге, видите, как он классно складывается. Различные у нас получаются фигуры, формы. Этот квадрат, головоломка, позволяет не только нам играть, но развивая пространственное воображение и мелкую моторику, а также является материалом, знакомящим с основами геометрии, стереометрии, счетными материалами, основами для моделирования и творчества. Динечка, видишь, как легко из него можно разные формы получать? У нас в комплекте вот такая вот книжечка. Вот, здесь схема сложения. Сейчас Дениска с мамой попробует сложить какой-нибудь из фигур. Обратите внимание, это очень похоже на некоторый формат оригами. Денис, давай что-нибудь сложим. Смотрите, у нас в книжке есть различные фигуры. Давайте для начала какую-нибудь фигурку попроще. В принципе, дома тут в самом начале есть. Ну вот, попробуем по схеме сложить. Просто один уголочек заворачивается. И второй. У нас получается треугольная зеленая крыша и красное основание. Мы уже его складывали. Вот это вот дом. Что дальше будем складывать, Дэн? Покажи. Конфету будем складывать? Давайте конфету сложим. Дэнчик говорит, что он хочет конфету сложить. Вот такая у нас конфета. Значит, берем все зеленое основание. Одну сторону подворачиваем красным. Подворачивай, День. Вот. Смотри, что получилось, Денис. На что похоже? Похоже на рисунок? Конфета получилась. Да. 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 И заметь, исключительно из геометрических фигур. У нас были только треугольники и квадраты. Вот ты сейчас что сложил? Смотри, Денюш. Что ты сейчас сложил? У тебя получилась половина домика. Красная. С квадратом и с треугольником. Ой. Денис, а смотри, что еще в книжечке есть. Попробуем мышку сложить. Мышку это очень просто. Дин, как мышка говорит? Пи-пи-пи. Опять же, берем зеленое основание. Подворачиваем его под красный. У нас должен остаться вот только вот такой вот подвернутый кусочек. Ну, можно мышку красную сделать. Ну, здесь зеленое. У нас получилось красное. Если перевернуть, получится зеленое. Денчик. И смотри, мышка состоит из двух геометрических фигур. Какие у нас фигурки? Смотри внимательно. Квадрат и... Квадрат и треугольник. А какие у нас цвета здесь есть на квадрате Воскобоича, Денчик? Красный. А с другой стороны, смотри. Какой это цвет? Зеленый. Друзья, как вы видите... Ну, сегодня у нас не особо настроение складывать что-то из геометрических фигур. Денечка, давай попрощайся с нашими друзьями. Давай, садись, стульчик. День, как ты видишь, да? Квадрат Воскобоича помогает нам изучать и геометрию, и основы стереометрии, и цвета, и формы. Мы будем дальше практиковаться с этим квадратом Воскобоича. Рекомендуем его попробовать всем. А мы с вами ненадолго прощаемся. С вами был канал Baby Go. До новых встреч. Ставьте на пальцы вверх, подписывайтесь. Пока-пока, друзья! Пока.